Итак, сразу к делу. Симулятор игровой индустрии, а именно видеоигр. Итак, сильные стороны данной игры. Пиксельная графика. Да, это сильная сторона. Она берет за душу. Очень красиво сделана, очень мягко. Музыка ненавязчивая и очень приятная. Также интересные режимы. Песочница и карты. Но, ну даже я бы не назвал их картами, а скорее всего сценариями, но их можно запускать в песочнице. Вы запускаете определенный сценарий, но в песочнице, где вы можете выбирать, сколько вам денег, уровень сложности и так далее, и так далее, и так далее. Очень круто. Мы должны развивать свою компанию. Мы должны покупать лицензию на консоли, но это надо будет делать аккуратно. Потому что даже если вы купите самую дорогую консоль, не факт, что через месяц она не обанкротится, и тогда выпускать игры к ней не имеет смысла. Надо разрабатывать или покупать движки. Но не всегда дорогой движок хорош. Даже бесплатный движок, если вы возьмете, может быть крутым. Надо за этим следить постоянно, чтобы быть в тренде. И в итоге все это сводится к нулю, потому что в итоге игра превращается в круговорот. А круговорот, если честно, даже банальный. Во-первых, раздражает постоянно, что мы должны решать вопросы отпусков. Не, правда. Вот когда я играл за месяц, я 20 раз решал 5 сотрудникам, когда уходить в отпуск, когда не уходить, и повышение, не повышение зарплаты. Все. Игровой месяц, имеется в виду. Да, тут случаются разные события, как, например, игровые выставки, интервью с журналистами. Но все это блекнет, понимаете? На общем фоне. И в итоге все это происходит так, что нам, когда мы изучим все жанры, все темы игр, всякие разработки, в итоге становится скучная игра, теряется тот интерес. Игра быстро завлекает вас, но в то же время, когда вы со всем этим сталкиваетесь, вы теряете интерес к игре. Я не хочу сказать, что игра плохая, нет, она хорошая, но вот это разработчики не учли, что все вот это, оно испортит игру. Если бы тут было больше событий, больше каких-нибудь внезапных решений, которые нам надо принимать, это было бы круто. Например, вот я уже приведу плохой пример. Вспомним игру Европа. Третью Европу, или даже четвертую Европу. Даем мы даже Викторию 2, давайте вспомним. Когда происходили разные события, нам было интересно. Мы знали, что будут эти события. Мы знали, что от нашего решения зависит многое. Тут этого нет. У игры есть потенциал. И я надеюсь, что, возможно, разработчики выпустят какие-нибудь патчи, дополнения, которые исправят эту ситуацию. Но это мое мнение. Вы его смотрели, вы его послушали. А я готовлю следующее видео. Пока!